Я сейчас стою на окраине деревни Новигбуш, 3,5 километра. Здесь Прохоровское месторождение, куст номер 3. В случае разгерметизации только одной скважины выброс сероводорода составит 104 тысячи ПДК. Вы представляете? Офигеть! Это всего 20 минут на то, чтобы вот здесь все погибло, все живое. Это все вот мы должны терпеть. Просто нет предела возмущению уже. 104 тысячи ПДК по сероводороду.